Всем привет! Сегодня у нас 30 марта 2020 года. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ видео, но для вас. Подписчики просили показать, как цветет абрикос разных сорта. Вот хочу снять, показать. Данный пример — абрикос нектариновый априум. Вот можно видеть злостного вредителя на этом абрикосе. Это оленкова лохата. Она очень сильно дает урон таким культурам, как груша, яблоня, персик, нектарин. Да все, если ее большое количество, она выедает полностью цветок. Вот она начала уже летать, падла ест мои цветы. Сука, буду травить ее препаратом Калипсо. Потому что если ничего не предпринимать, будем без урожая из-за этой заразы. Вот, постараюсь сблизи ее показать, кто не видел. Тварина такая. Оленкова лохата, сука. Ничего, сейчас вас будем уничтожать. Так, ладно, сейчас покажем другие сорта абрикоса. Вот так цветет абрикос персиковый. Вот такой имеет вид. Тоже открытые цветы полностью на 30 марта. Цветет хорошо, обильно. Сейчас покажем другой сорт. Вот абрикос Селена. Она еще закрыта. Отдельные цветы только начали открываться. То есть вот видно еще закрытый бутон. Тоже красивый крупный абрикос. В том году было пару сигналок, в этом году хоть попробуем. Сейчас покажу другой сорт. Это сорт Early Red Orange. Тоже полностью открытый. Ранний абрикос поспевает на 3-4 дня раньше, чем сорт Цунами. В том году было пару сигналок, мне очень понравилась она. Очень сладкий, вкусный, сочный сорт. Вот такой имеет вид цветок. Это сорт абрикоса, колеровка крупноплодная. Я показывал в том году на видео. Очень вкусный абрикос, наверное, один из самых вкуснейших. Вот так вот он цветет. Тоже цветы все открытые. Вот так вот, красавчик. Сейчас подойдем к сорту Цунами. Вот сорт Цунами. У него лепесточки такого розоватого цвета. Тоже обильно цветет. С самого низу до самого верха. Все облеплено цветами. Тоже полностью открытый. Открылся как 2 дня назад этот сорт. Так, сейчас подойдем к другому сорту. Так цветет, так выглядит сорт NGA-19. Тоже полностью открытые цветы. Вот можно видеть. Тоже неплохо цветет. Но этот абрикос нужно нормировать, чтобы он был заявленных. Заявленный вешек у него был 150-160 грамм. Без нормировки будет меньше, если будет полностью все облеплено. Так, сейчас подойдем к абрикосу Априум. Вот так выглядит сорт абрикоса Априум. В том году было пару сигналок. Я пока ездил отдыхать, приехал, они уже попадали, их слизняки поели. То есть я его не попробовал, не распробовал. То есть он полностью сейчас закрытый. Вот это единственное, я боюсь, что передают на территорию Украины морозы до минус 9 градусов в отдельных регионах. То есть у нас вроде на Полтавскую область передают минус 3. Ну, это будет фатальная температура по открытому цвету. То есть будем надеяться, что пронесет. Если не пронесет, то будет печаль. Абрикоса мы не поедим в этом году, не попробуем. Самой земли. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Всем пока.